Я думаю, у вас все получится. Я была позитивно настроена изначально. Вы жесткие, очень классные. Всем привет, друзья, с вами Валентин Фокин, и у меня в гостях Ильдар. Тут аплодисменты пошли. Давненько мы снимали ролик с битбоксом и варганом. И сегодня мы решили это повторить. Ильдар взял варган. А я взял отличное настроение, и сейчас мы будем делать битбокс вместе с варганом. Но делать мы это будем в других образах. Вот в таких образах мы сейчас будем делать битбокс, играть на варгане и развлекать народ. В общем, поставьте лайк, подпишитесь, и мы начинаем. Да? Поехали! Извините, пожалуйста, а вы не могли бы нам помочь? Мы с братом собираемся на шоу талантов, показываем мастерство. Понятия не имею. Нет, ну я имею в виду, послушайте, скажете, да стоит. Да у нас поезд стоит. Сейчас, вы что? Там поезд? Поезд? Да, да. Мы спешим сейчас на поезд. Извини, зажигалка? Не, нет зажигалки. Что такое? Все, просто интересно, подошли. А мы подошли просто спросить, можешь ли ты нам помочь. Мы собираемся с братом на шоу талантов и показываем, что мы делаем, а люди, ну, чтобы понять, стоит нам, не стоит. Чё, нет. Давай, конечно, давай. Давай, давай ты с той стороны, а я с этой. Да? Готов? Давай. Вы как будто, знаешь, сделали трек, типа, через какой-то секвенсор, типа, но делаете все это, типа, вот так в реальности, типа, чувак. Да, это очень круто. Спасибо. Это вас по-любому заценят, чувак. Спасибо. Я... Класс. А, класс. Да. Ты прям, ну, чувак, говоришь, я не знаю, это алтайский, как это называется? Я на Алтае. Ну, варган называется, да. Как? Варган, камус. Варган, варган. Бля. Он сам делает варганы эти. Да? Да. Чувак, ну типа ты прям выточил нечто на самом деле. Ну все вместе хорошо звучит, без битбокса тоже не очень звучит. Ну все, спасибо большое тебе за оценку. А вам спасибо большое, ребят, я верю, у вас все получится. Спасибо, спасибо. Хорошего дня тебе. Ребят, если вам нравится то, что мы делаем прямо сейчас, влупите лайк, потому что если мы наберем 10 тысяч лайков, то мы сразу же выпустим вторую часть нашего офигенного дуэта. Давайте, да, пожалуйста, поставьте лайки, а то как тут еще иначе-то? Все. Буквально. Ну, скажите, хорошо, нехорошо. Давайте мы вас послушаем. Послушайте? Хорошо. Мы на шоу талантов собираемся. Ну, клади свои припомпасы, что ты встал-то? Супер. Нашел голос вам нужен сразу. Хорошо. Очень клево, удачи. Пока. А кто забыл включить микрофон? Валя?
Короче, люди разделились на два фронта. Одни искренне нам сочувствуют, таким пацанам, короче, а другие прям, ну, поначалу либо сочувствуют, либо прям с отвращением. А потом, когда мы начинаем уже делать жарево, они сразу же меняют свое мнение о нашем творчестве, и это, конечно, очень круто. Я надеюсь, что вам тоже это нравится. Тебе это нравится? Да. Огонь. Здравствуйте. А вы не могли бы нам помочь? Мы собираемся с братом на шоу талантов и просто хотим показать, что мы делаем, чтобы нам сказали, хорошо мы делаем, нехорошо, стоит или не стоит. Буквально одну минуту, и мы побежим. Вот, а мне 19. 19? Да. Меня Инна зовут. Валентин. Это Сергей. Спасибо, очень приятно. Инна. Это Ильдар. Да, Сергей. Ребята, нет, молодцы на самом деле. Молодцы, молодцы. А может быть, вы умеете петь, и мы бы сейчас что-нибудь сделали? Нет, дело все в том, что я не пою, но сама... Вот жалко, что вот мои рок-клубовские связи потеряны, да? Нет, дело все в том, что я работала в Ленинградском рок-клубе на Рубинштейна 13. Ого! Да, знаю всех, как, ну, всех потеряла, ну, через интернет. Вот у меня вот пацанка, она... Круто. Но это круто, это на самом деле круто. Спасибо. Да. Спасибо. Мы оценили, на самом деле. Спасибо. Я была позитивно настроена изначально. Отдушили. Но как только вы начали, поэтому давайте, ждите. Спасибо. Спасибо. Да. Пойдем. Ребята, молодцы. Спасибо. Налево пойдем? Пойдем налево. Я была негативно настроена, но в итоге все хорошо. Я думаю, у вас все получится. Здравствуйте. А вы не могли бы мне помочь с братом? Мы собираемся на шоу талантов и показываем свое мастерство. Просто чтобы понять, стоит нам идти, не стоит. Можно одну минутку буквально? Да. Да, хорошо? Давай вот сюда остановись тогда. Вот. Клади сумки. Позоришь меня все время. Готов? Готовы удивляться? Да. Класс. Есть шанс? Конечно, 100%.
круто. Спасибо. Крутые езды. Спасибо. Очень приятно. Я тебе говорил. Я ж тебе говорил. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, ребят, вот таким вот получилось это видео, и я надеюсь, что мы смогли поднять вам настроение и прокачать вас настоящим битбоксом и варганом от ботаников. Что-нибудь скажешь? Только так умеет разговаривать. Ребят, на самом деле, переходите прямо сейчас по ссылочке в описании в Instagram Ильдара, подписывайтесь на него, ведь он там будет проводить розыгрыш трех своих варганов, ребят. Три варгана уйдут кому-то из вас. Переходите туда, подписывайтесь, выполняйте все то, что нужно, и получите эти варганы себе. И обязательно помните, да, 10 тысяч лайков, и мы выпускаем сразу же выпускаем вторую часть этого ролика. Так что поторопитесь. Скоро увидимся. С вами был Валентин Фокин и Ильдар. Пока!